Всем привет! Сегодня мы прокатимся до Молодечно, туда и обратно, из Минска. В общем, по дороге будем заезжать какие-то, я так понимаю, места интересные, которые здесь присутствуют. На линию Сталина поедем. В общем, у нас также Александр, местный гражданин Республики Беларусь, решил прокатить по этим местам, за что ему большое спасибо. И сейчас вы видите президентскую больницу. Что ты знаешь о ней? Ничего. Первый раз увидел. Ладно. В общем, я так понимаю, здесь считается одна из самых лучших больниц во всей республике. И вот вы можете посмотреть, насколько она современная. Нам рассказывают, как здесь все неблагоустроено, как здесь все по-совдеповски. Я тут не вижу совдепа, если честно. Я вижу только какое-то очень современное здание и достаточно такое, ну, красивое. А что ты считаешь? Ну да, современное красивое здание. Что за бред мы несем, а? Спасибо. Это Александр. Александр нас сегодня возит по всем местам. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сюда вот. Здрасте. Здравствуйте. Приветствуем. Здравствуйте. Приветствую. В общем, начинаем сегодняшний тур по Республике Беларусь. Но, правда, в сторону Молодечно, туда и обратно. Спасибо. Цифровая звезда, то есть можно поднести телефон, и он выдаст сразу ссылку на историю об этом памятнике экипажу Гастелло. Как видим, люди сюда приходят, возлагают до сих пор венки. И это находится вдоль трассы на Молодечной из Минска. Анатолий Бурденюк, Григорий Скоробогатый, Алексей Калинин и Николай Гастелло. Смотрим, здесь гвоздики есть. Да, все свежее. На самом деле, это буквально, я так думаю, что в течение сегодняшнего дня даже что-то привезли. Возле этого памятника Гастелло обычно свадьба фотографируется. И смотрите, где и кому нужно говорить слава. Вот это слава героям, летчикам экипажа Гастелло. Вот кому слава нужно говорить, ребят. Кому слава, как говорит вот наш белорусский товарищ, так как Гастелло в 41-м году на дальнем бомбардировщике и вылетел на задание, во время которого подбили его самолет, но он там не один находился, весь экипаж, 4 человека, и приняли решение, ну, конечно, быстро, наверное, приняли решение, что надо брать тараном вражескую колонну техники, и они совершили подвиг ценой своих жизней. И вот мы видим, что есть табличка «Мемориал», вот есть памятник Николаю Гастелло, герою Советского Союза. Слава героям-летчикам, что могу добавить. Самое интересное, что, как и в Европе принято, вдоль трассы всегда есть такие парковки большие, где есть мусорники. Могут, в принципе, большие машины, как тир у нас, так называемые, это дальнобойщики, остановиться, отдохнуть, заночевать. И здесь можно быть уверенным, что вас никто не обкрадет, потому что в Республике Беларусь на 50% после 20-х годов снизились все уголовные дела, связанные с воровством.
Представляете? Здесь очень красиво. Посмотрите, как все ухожено. И вдоль трассы всегда газон подстрижен. Это действительно, ну, любо-дорого смотреть. Хотя, кажется, вроде такая мелочь, но она действительно кидается в глаза. Мы въехали в город Молодечно. Он не такой уж и большой. Но посмотрите, на фоне это средняя школа. Современный объект. Там современные дома. Что-то реанимировано, что-то восстановлено, что-то просто с нуля построено. И так во всем. И спрашивается, как так возможно вкладываться в инфраструктуру и делать все для людей? Возможно, пожалуйста, на примере Республики Беларусь. Посмотрите, насколько современны детские площадки. Посмотрите, ну, в такой школе реально хочется учиться. У нас, знаете, ходит такой мем в интернете, когда просто еще советской постройки, без каких-либо капремонтов, стоит школа, фотография. И знаете, там написано, мы теперь понимаем, почему наши дети не хотят учиться. Вот и весь ответ. Я, если честно, я все наблюдаю, и я понимаю, на самом деле, как нас 30 лет обманывали. Нас просто дербанили, обворовывали. Ни о каком развитии Латвийской Республики и речи не было. Посмотрите, как все могло бы быть у нас, если бы все бы эти 30 лет у власти стояли действительно люди, которые болели бы душою за своих граждан страны, а не те, которые приезжают, разворовывают все и обратно уезжают тратить эти деньги. И нас, именно нас с вами, мои любимые соотечественники из Латвии, обокрали до полного нуля. Мужики проголодались, нашли пиццерию. Не, я не голодный, если честно. Нет? Я еще позже, да. Где-нибудь бы послушал. Вот как тебе белорусская пиццерия? Зайчики. Сегодня я в Молодечном. И этот город, реально, он выглядит абсолютно как новый. Он полностью отремонтирован. Очень много новых объектов. Я просто поражаюсь вот этим масштабом строительных работ, вообще приведения в порядок. И, ну, действительно, такое, наверное, как бы четкое преследование интересов граждан Республики Беларусь. У нас, честно скажу, то, что даже выделяли фонды Евросоюза на постройки там жилых помещений, ну, они просто разворовывались. Ничего у нас нового нету, к сожалению, в Латвии. И только здесь ты это понимаешь, как это чувствуется. Я смотрю, как маленький парень, смотри, ребенка с ними, как охотится на эти... Что ты делаешь, а? На голубей это. Охотник. Охотник.
помните, в советское время была такая игра «Городки», когда нужно было палкой выбить несколько, ну, я даже не знаю, как это правильно называется, в общем, брусков. И эта игра в Республике Беларусь, она сейчас пытается возродиться. Я надеюсь, мы сможем еще здесь найти тренера и с ним пообщаться на всю эту тему. Я у него обязательно задам эти вопросы, как они пытаются приобщить молодежь к данному виду спорта, потому что это действительно важно, так как детей надо постоянно занимать. Нужно давать, ходить на какие-то кружки, приобщать к спорту, опять же, да, потому что в детстве, когда у нас нечем было заниматься, допустим, той же самой Латвии, ну, многие сходили с ума по-своему. То выпивали, то, извините, переходили на какие-то легкие наркотики, а, соответственно, потом еще более тяжелые. Это ни к чему хорошему не приводит. Но, как видим, в Республике Беларусь здесь пытаются занять все время как-то детей, и я думаю, это получается. Ну и, естественно, мы тоже поможем это все дело популяризовать, потому что именно благодаря вам, которым поставят лайк, подпишутся на канал, прокомментируют и поделятся этим видео в соцсетях, вы также поможете занять наших детей. Здравствуйте. Представьтесь, здравствуйте, пожалуйста. Я так понимаю, вы тренер данной игры. Я заместитель председателя Белорусской Федерации Городошного Спорта. Это общественная нагрузка. Угу. И плюс ко всему работаю старшим тренером детской мужской спортивной школы профсоюзов «Молодость». Угу. Да. Скажите, что сегодня происходит и кто приехал? У нас традиционный 27-й по счету международный турнир памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Угу. Далекие 90-е годы. По моей инициативе у нас был, в общем-то, такой косячок городошников. Мы решили организовать в Беларуси, ну, не только, наверное, жители Беларуси, и Украины, и России прочувствовали вот эту беду, Чернобыльскую аварию. Хотелось бы как-то обозначить, чтобы помнили, чтобы, в общем-то, почтить память, которые, в общем-то, погибли и потом получили различные облучения. И вот мы собираемся, уже в 27-й раз в этом году собрались. Приехали на наши соревнования представители России. До этого приезжали из Германии, Украина были, еще. Да, и Прибалтика, и Латвия, и Литва приезжала у нас. Не, Литвы не было, Эстония была, Молдова. Угу. Но в этом году только Россия. Самая большая делегация Санкт-Петербурга, 20 человек приехало из Санкт-Петербурга. С Калужской области команда 4 человека, с Краснодарского края пара приехала. Неоднократный победитель наших соревнований Василий Михайлович Духанин приехал, заслуженный мастер спорта России с внуком своим. Также команда Москвы приехала. Сейчас, сегодня приехали наши побратимы из Череповца. Андрей Борисович Назаров приехал вот участвовать. У нас три дисциплины по соревнованиям проводятся нашим. Это классические городки, европейские городки, финские городки. Еще три борьбы у нас проводятся. Скажите, а вы сами являетесь организатором? Или вам все-таки, может, как-то помогают там, какие-то организации? Ну, вообще у нас это соревнование проводится главным управлением Минского облисполкома. Есть такой отдел спорта и туризма. То есть поддержка есть, да, государственная? Конечно, да, конечно. Государственная поддержка со стороны управления, главного управления спорта и туризма Минублисполкома. Мы эту поддержку уже ощущаем практически, ну, где-то, наверное, лет 20, наверное, мы ощущаем. Спасибо областному управлению. Поддерживает наша спортивная школа профсоюзная, профсоюзы поддерживают. Ну, в общем-то, это хорошо. Я скажу так, что у нас в Латвии, допустим, про этот спорт уже все забыли. И поддержки никакой нету. Если даже кто-то и проводит, это чисто частная инициатива такая. Вы знаете, я давным-давно, еще будучи юношей, в 1977 году ездил в Ригу. В Ригу ездил, играли на «Динамо», там я вообще был в восторге от этого комплекса. Прекрасный городушный стадион динамовский был, там закрытые площадки, трибуны были. И я просто был тогда восхищен, там и легенда городушного спорта, которая вошла в историю городушного спорта, Александр Федорович Чубуков, он проживает в Риге. Да, ему сейчас возраст такой, 70 лет ему, он был бронзовым призером чемпионатов Советского Союза. И он сюда приезжал. Скажите, как вы чувствуете сами, молодежь интересуется этим видом спорта? Привлекается ли она?
молодежь с удовольствием. С удовольствием. Вот сейчас вот где-то порой наши участники и жалуются, что они больно шумные, бегают, играют, прятки играют, даже такое. Но у нас рядом находится средняя школа номер 2. Это наша базовая школа, и многие спортсмены в этой школе учились. И в этой школе у нас площадка в закрытом помещении, где мы... Так. То есть можно и зимой играть? Да, у нас поддержка, мы проводим первенство среди классов. У нас очень хорошие отношения с воспитателями, которые работают в продленке. И мы... Дети с удовольствием приходят на городки. Вот эти детишки, которым 7-8 лет, они, в общем-то, играют. И мы акцентируем, что это игра, которая пришла к нам от их прадедов, дедов, бабушек. Класс. Там когда-то... Городкам в этом году 100 лет вообще официально. Вау. В 1923 году были разработаны первые правила. И, в общем-то, история интересная, потому что молодое советское государство после Великой Октябрьской революции решили противовес буржуазным видам спорта создать свой народный национальный спорт. Это прекрасно. Это вот, да, было такое решение, и разрабатывались правила. Такая была идеология. И вообще это вначале вид спорта был прикладной, военно-прикладной. И во все военизированные спартакиады городки входили. И, в общем-то, с удовольствием городошным спортом занимались практически везде и всюду. В 50-х годах популярность городков, она была, в общем-то, если брать все виды спорта, в пятерке. Да, и по фильмах показывали. И в фильмах, и, в общем-то, популярность была очень высокая. Mm-hmm. Потому что это был именно вид спорта, который был включен в систему ГТО. Еще в тысячу до Великой Отечественной войны. Да, в общем-то, это игра. Первый чемпионат Советского Союза прошел в 1936 году в Донецке. Кстати, вот в Донецке, там, где идут боевые действия, там прошел первый чемпионат Советского Союза. Первые правила, вот, которые вышли, в общем-то, модернизировались, но практически вот все фигуры, которые вот на этом баннере изображены, они остались. Немножко там поменялось. В общем-то, история очень хорошая. Но игра как бы не преобразилась кардинально. Она как была, в принципе, такой и осталась. Вся ее задумка и все, что... Да. Ну, в общем-то, сила, выносливость, координация, глазомер. И вообще тут недавно я, в общем-то, еще от одного из представителей России сказал, что городки, в общем-то, еще... Я говорю, вот немножко так это, ну, шумновато. А вообще, он говорит, это нормально. Это особенно для мальчиков, которые с детского возраста привыкают к шуму, к ударам, то есть... Если что-то, как там говорят, придет к нам несчастье, беда, не то они будут готовы вот этим выстрелом. То есть, ну, я это даже никогда об этом не думал. Впервые услышал, что вот наш городошник, мастер спорта, сейчас находится на службе в вооруженных силах. В вооруженных силах и, в общем-то, на полигоне. И говорит, не просто там, когда, в общем-то, слышны, там, стреляют танки, когда там, в общем-то, орудия. Это надо привыкнуть, это не просто. А вот мы, играя в городки, от этого шума, в общем-то, готовим наших будущих защитников Родины. Класс. Спасибо вам большое за это интервью. И я надеюсь, что у вас это будет больше популяризироваться. И, в общем, хорошо, спасибо. Очень молодые. Спасибо. Оценят. Спасибо. Саша нас повезет обратно в Минск. Наша поездка сегодня закончилась. Надо сказать ему спасибо. Спасибо, Александр.